Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть. Вывел визин, или как я его называю, страшный вазелин. Вторая часть. Вот, мы все в главе 3, если кто-то не понял. Вот, потихонечку идем. Сегодня идем с тобой по правой части, получается, да? Да, мы идем с тобой по правой части. Вот здесь находим убитого сотрудника. Сюда заходим, непонятный резонанс. Проходим вот суды. Также проходим, наверное, суды. Детали для снайперки. Короче, вот здесь вот область зачищаем немножечко, да? И выдвигаемся, ребят, уже на резонанс. Ну, как-то так приблизительно, но вы знаете, что все планы, они могут, ребят, поменяться. Нам каждый раз игра напоминает, что с помощью коммуникатора мы можем там куда-то пойти, что-то сделать и так далее. Спасибо, игра, что ты нам напоминаешь. Да-да-да, мы это помним. Знаете, что еще подумал? Мне, наверное, надо поаккуратнее работать. В том плане то, что... Кстати, бабенка-то ушла. Мне надо, наверное, побольше, ребят, работать ножом. Если я сломаю, она сейчас запили... А бабенка появился. Нет, она не запиликает. Так, здесь я был. Да, в этом гараже я был. Так, там что получается? А, там этот завод. Предприятие какое-то. И все, только один этот. Порох только один. Так, там он сидит, там он двое лежат. Один он лежит, другой сидит. Так. Но мы ее не ваншотнем, да? Там мы были, эту мы забрали. Вот сюда в дверь я бы хотел зайти. На, нахрен маковку. Ну, как-то так. Это экономия патронов, ребят. Это называется экономия патронов. Экономлю как могу. Скриптованные говнари идут. А вон сверху один. Вот этот вот... Да, как я уже говорил, да, вот эта вся хрень заскриптована. Вон еще вылез. Хотя я мог пройти и не обращать особого внимания. Сюда пойдет или нет? Мне кажется, они просто как бы это, да, и все.
него какой-то подсумок очередной. Ой, для пистолета, ребят, еще подсумок. Это классно, но патронов бы. Подсумки это классно. Подсумки это здорово. Так, в дом мы сейчас... Или сейчас зайти? На ход туда сходить. Пистолет все равно не ваншотит. Че хочешь, делай. Пистолет, ребят, все равно не ваншотит. У меня есть подозрение, что даже если я пистолет полностью вкачаю, он все равно ваншотить не будет. Это печально. Потому что... Так, мы здесь около предприятия. Давай, бери. Это что, не я, ребят, туплю, как бы долго не беру. Это он сам стоит, долго не берет. Типа скрипты. Так, она не зря тряслась, да? Там кто-то есть? Да, вон лежит. Снизу. Трогать тогда не буду. Патрон тратить не хочу. Там снизу хрен лежит. Так, эти там три друга бегают. Так, что у нас здесь за сигнал? У нас здесь сигнал какой-то, ребят. Поэтому, да, у нас здесь сигнал. Потом пойдем выше. Да, получается, здесь мы были. Сюда дойдем. Тут проверим. Да, и туда, да. Ну, что такой домик большой? Бутыла куча. Наверное, алкоголики. Вот, наверное, она звала на помощь. А, кстати, мне там надо пополниться? Кстати говоря, можно юзнуть. Угу, и взять тогда. Надо, знаете, что, прокачать навык, чтобы можно было убивать. Убивать сбоку. Так, я не понял, в чем здесь это? Загвоздка. Нас просто так пустили, ни одного зомби. Мне даже не нравится это. Что происходит? Не женщина, в этом доме кто-то есть, кроме меня. Я никогда не, я никого не вижу, но чувствую присутствие. Вообще-то я не хочу никого видеть. А, снаружи слышно этих жутких тварей. Они повсюду, я боюсь выходить, но и здесь оставаться тоже боюсь. Я дрожу, но не от страха. Почему вдруг стало так холодно? Призраки? Холодно. Призраки, ребят. Подождите, мне еще с призраками сражаться, что с каким-то? Это фазмофобия, ребят, началась. Фазмофобия. Какого? А. Фазмофобия. Что с тобой делать? Какого хрена происходит? Подождите. Секундочку. Сейчас, секундочку.
что делать? Беги. Оно идет за мной. Надо отсюда выбираться. А... Вот будь проклят, ребята, этот дом. Я понял, мне нужен этот. Будь проклят этот дом, что я в него решил зайти. Вот ей-богу. Вот ей-богу, ребят. Нахрен я сюда зашел. Я понимаю, мне сюда надо в эту, да, зайти. Гулял бы там себе. Она через стену умеет ходить, через дверь умеет. Здесь должен быть выход наружу. Да, должен. Это поможет выбраться. Ходит она принципиально ходит только через эти, через двери. Что-то мне какой-то этот хоррор напоминает, ребят. Мне какой-то это напоминает, ребят, хоррор. Есть такой хоррор прямо отдельный. Там тоже что-то китайский, что ли, какой-то. Или японский. Ну, какой-то азиатский хоррор. Там от бабенки какой-то ходишь. Квантум. Не, что-то я не помню, как он называется. Вот шел просто, ребят, исследовать. Вот ради чего, да? Ради чего это я все делаю? Это, может, отсылочка, кстати говоря, тоже к какому-то хоррору. Какие-то воспоминания. Мне что, все это привиделось? Нет. Это было... Что это было? Я не знаю. По-настоящему или только кажется? Себастьян, ты находишься вообще в виртуальном мире, если что. Ты вообще не в настоящем мире. Это так взять нельзя, да? Тот постучался, мне показалось. Мне показалось, или кто-то постучался? Ноги. Так, там несколько зомбаков. Так, мы... Туэтку вижу. И какую-то хрень здоровую, которая ходит. Так, это мы обследовали. Это мы обследовали. Справа дом остался, который не обследуется, да, видимо... Слева вот здесь вот кочергу вот эту обследовать, убийство. Вот здесь сюда зайти, новое сохранение. Вон туда можно зайти, ребят.
Надо, знаете, что-то качать какой-то милишный это. Милишные атаки, ребят, получше. Мне кажется. Так, вот этот дом, по-моему, можно залутать. Сидор Авеню. Здесь никого нет. В домах тут, я как понимаю, особо никого нет. Подожди. Чё номер 15? Чё, палат номер 15? Открывай нахрен. Понятно. Чё здесь можно активировать? Да, тут чё-то можно активировать. Да ты потише. Люблю, когда заходишь, а тут лутецкий. Документы, запрос на обследование, обратиться, психологическая служба, приписано от руки. Себастьян, все нормально, просто надо будет поставить всякие галочки и ответить на пару вопросов. Это стандартная процедура. А это тут откуда? Это документ по нему. Откуда, откуда? Господи, ты же, я тебе уже сказал, ты в виртуальном мире. Ты же не работал. В смысле? Да, он же не работал. Он сейчас опять нас куда-то утянет. Да, точно. Дело номер 15. Давайте. Интервью с детективом Себастьяном Кастелансом. Детектив, расскажите о том не в психиатрической больнице «Маяк». Я уже 10 раз рассказывал. Давайте еще разок. Это скорее допрос, чем интервью. Прошу вас, детектив. Это отсылка к первой это части, я правильно понимаю? О, блин, я опять куда-то попал, да? Я опять куда-то попал. А что-то обследуем, протокол психиатрического психиатрическое обследование детектива Себастьяна. Все подозрения в причастии к исчезновению детектива Воды, помощник детектива, сняты, однако его показания об исчезновении в психиатрической клинике размыты и запутаны. Рекомендую детективу Кастелланусу чего-то там. Но непонятно чего. Чего-то нам рекомендуют. Да-да-да. Серьезный стресс. Еще у меня дробь есть. Потом меня направили на терапию. А... Господи, что происходит? Какую терапию тебя куда отправить, друг? Надо где-то надо найти действие. Ага, то есть просто сказать, что пытался это сон. Пытался ли он меня облапошить? Или знал что-то, чего не знал я? Не знаю. Не знаю, что он там знал, что не знал. Ну, мне кажется, его пытались убедить просто в том, что все нормально. Тебе все кажется. Типа все галюники, тебе приснилось. А что делать-то?
Вы не удержите меня здесь. Там кто-то сидит. Или нет? А нет, пустой. Мне показалось, что кто-то сидит. Самое хреновое, знаете, в этих галюниках нету лута. Вот что самое для меня хреновое. А там кто-то, по-моему, сидит вон там, вон за этой, за дверью. Ну уже, смотрите, три слайда нашли. Но этот галюнький, он вспоминает, видимо, психиатричку, да, вот эту вот. Я говорю, здесь, видимо, связано, да, с первой частью. Я в первую часть, ребят, чуть-чуть играл. Чуть-чуть. Маяк? Не мог же я вернуться. А экран раздвинется? В первой части, насколько я помню, вот такой, с таким экраном играли. Вот с таким вот, с половиной экрана. Вообще, я не знаю, играть было вообще неудобно. То есть там мод потом вышел, чтобы полностью экран был доступен. Да, это отсылка к первой части, я понял. Нормально. Что это за чертовщина? О, баночка. А почему там с бабенкой не было такой баночки? Это просто воспоминание? Потому что там не ключевое место, да, было? Да. Что тебе нужно? Себастьян, ты в порядке? Твои показатели вдруг скакнули. Ты был на грани остановки сердца. Я видел маяк. Я опять там был. Как это возможно? Это же совершенно новая СТЭМ. Я не знаю. Но я знаю, что я видел. Только бы это не повторилось. И так все отвратительно. Но я не хочу переживать прошлый кошмар снова и снова. Этот мир пытается меня запутать. Нельзя отвлекаться. Нужно найти Лили. Да. Совершенно верно. Раз валяется, два валяется, три валяется, четыре валяется. Они все встанут. Пять валяется вон. Вот эту вот хрень надо забрать. И желательно сейчас, ребят. Туда я к ним двигаться не буду, мы сейчас бачком обойдем. Вот здесь новое место, да, есть, я как понимаю. Да, вот здесь это, да. Здесь вот, вот это сейчас в райончик обойдем. Тихо. Вон сидит, вон лежит. Падла где-то под машиной скребется. Слушайте, а их тут до хрена. Если так посмотреть-то. Ну да, их тут до хрена. А я один. Прям серьезно, целая армия, целая их тут. Давайте помочку обыщем. Нашу любимую. Они тут не встанут. Нет, кучек тут ходит. Гидрант, да, я знаю, там гидрант можно сделать, открыть. Потечет вода и всех на электричество цапнуть. Так. Там мы были. Ох, там дядя большой ходит. Это там, ребята, где детали для снайперской винтовки.
Знаете, что я думаю? Нам надо сначала... А он здесь где-то лежит, за домом? Нет, он там вот где-то. Он за домом, но там. Пускай ходит, нам надо сначала этот открыть. Вы поняли. Да. Но меня напрягает, что их здесь только лежит. И они по скрипту по какому-то должны будут встать. Они по какому-то скрипту должны встать, но по какому? Я не знаю. Вот сейчас после осмотра они встанут, я не знаю. Нет. Вот эти вот дяди и тети встанут. И вот это вот встанет. И вот здесь вот, и вот здесь он вон лежит под машиной, руки вижу. И вот это все потенциально, кстати, хабар, ребят. Это сколько это можно собрать? Опа. Ни хрена их тут ходит. Так, а это-то где у нас? Это где-то вот там, да, сотрудник там где-то за домом. Ну, сходим за сотрудником. Так, а можно мне как-то это... подойти за... вот этот горящий пошел туда. Горящему можно будет руку сбить, попробовать. Горячим можно будет попробовать руку сбить и поджечь пачку. Да, видите, он там тусит с ними. Хотя не особо он там с ними тусит. А, как-нибудь мы пройдем, наверное. Так, давайте мы откроем. Сейчас по-любому встанет, да? Я же говорю. Их уже всех как облупленных, ребят. Найдите за другой угол. Так, двери заперты, окна в порядке. Электричество отключено. Никто не проберется. Даже ты, Хейс! Найди себе другое убежище! Этот дом заперт! Понятно тебе? Черт, что за дерьмо? Я на такое не подписывался. Все в порядке. Должно быть в порядке. Ты в безопасности. Нужно переждать. Что это за звук был? Как это? Как оно здесь оказалось? Что за чертовщина? Че? Кто? Че? Ничего не понятно. Так, ну мы здесь в безопасности, насколько я знаю. Давайте посмотрим. Так, сохраняшка есть. Сразу пройдем, залутаем, что есть. Ничего здесь нет. Так, там только зеркало. Дымовой болт. Ну, я понимаю, что типа скрыться, видимо, да, чтобы это... Так, есть у нас... кофе. А нам надо кофе-то? Ну, в принципе, нет. Касательно вербовки... Так, а, мистер, приветствую, рекрутировать, вся фигня. Кому интересно, можете почитать. Так, а что у нас по этим?
по очкам. У нас очков, по-моему, немного, да? Пойдемте сходим, знаете, куда? Сходим, попробуем за дом и попробуем забрать детали. На этом, я думаю, серию может будет закончить, ребят. Кажется, тут понадобится пароль. А, какой-то пароль. А пароль, слушай, мне у солдата, который за домом лежит. Интересно. Возможно, он там. Ну, следующей серии, ребят, мы уже за девочкой сходим. Ну, эту серию мы просто уже чисто физически уже не успеваем. Знаете, что я думаю? Вот эту хрень. Вот этим взрывным болтом. Сейчас вот эту хрень попробуем замочить. Так, где этот? Вот прям на него смотрю, да, там. Попробуем, да, его так замочить. Так, вот здесь где-то? Да, вот прям вот на него иду. Вон он лежит. Этих мы всех трогать не будем. Хотя можно было бы их перемочить, ребята. Много опыта получить. Блин, я думал, здесь у него какой-то ключ будет, а тут порох плюс 8. Не, ну, конечно, это тоже хорошо. Порох нам восстанавливать надо. Да. Блин, пистолет не ваншотит. Я его специально качаю с целью того... А он там, кстати, у машинки может быть что-то интересное? Я специально его качаю, ребят, с целью того, что, ну, надеюсь, что... он начнет ваншотить, наконец-таки. А он, падла, не ваншотит. Большая аптечка. Это же большая аптечка, я правильно понимаю? Это что вообще такое? Аптечка, да. А почему максимально только одна? Кстати, эликсир, я вот вижу, сколько геля у нас, 2000, да? Геля у нас 2000. Пойдемте до снайперки добежим. Снайперку сейчас соберем, получается. Полностью сейчас замочим эту хрень ходячую. Тем более у меня у пистолета там же прокачан какой-то навык на то, чтобы кританул что-то там получше, да? Че, поможем, попробуем ее так с пистолета хернуть? Или давайте попробуем, знаете, чем гарпуном? Не взрывной, а гарпуном. А, она своих друзей подняла, да? Она подняла своих друзей, нормально. Икстланс у меня выдохся. Сука. Че это? У меня хп-то есть. Не понял. А баба идет. Пошла-ка ты нахуй. Ты кто такая? А ты меня преследуешь, что ли, будет, или че? Пошла в жопу. Ой, это почему она... Чё тебе, блядь, от меня надо? Не понял. Всё, мне пизда? А чё-то АД там, Е, чё-то...
Чё за бред? Я... Не понял, блядь. А, извините, а как... А теперь она нас преследовать, что ли, будет? Чего, блядь? То есть у меня мужик не открытый, да? Правильно я понимаю? Я не понял, а... Мне от нее надо было убегать просто, может быть? Я честно, ребят, просто в шоке немножечко. Честно скажу, ребят, просто немножечко в шоке. Теперь какой-то призрак за нами ходит. И нас терроризирует. Это женщина ненормальная. То есть ее убить нельзя. Так, давайте сразу, я думаю, этими зарядимся. Трындец. И при этом все зомбаки там исчезли. Ничего не понял, ребят, но было очень интересно. Может, мне, может, это все из-за того, что я в тот дом заходил? Теперь меня некий призрак преследует. Я просто, ребят, очень бы этого не хотел. Чтобы меня, блядь, преследовал какой-то призрак. Так, бежим сразу туда. С арбалета эту снимаем, падлу. Хотя я, наверное... Зря трачу разрывные болты, наверное, это очень дорого. Хотя, с другой стороны, если я ее не убью сразу, то мне это еще дороже обойдется. Интересно, ей можно как-то тихо нанести удар? Да, блядь, да дохни ты, падла. Ёбаный урод, Кастелланос. Кастелланос, жопа. В следующий раз может не повезти. Я бы не сказал, что нам повезло. Мне кажется, это все надо было... Опять. Слушай, иди нахуй. Я домой. Пизду тебя. Я не знаю, что делать с ней. А, из ее области действий, что ли, надо выбежать? То есть у нее есть определенная область действий, надо выбегать. Ну что я могу сказать? Я поднял всех этих, да. Потратил 3 заряда. Ты что делаешь? Я потратил 3 хороших заряда, чтобы убить эту падлу. И все, как бы, да, я потратил 3 заряда. И при этом результат как бы достигнут полностью не был в полном объеме. В том, котором бы я бы хотел. Теперь здесь куча зомбаков ходит. Нормально?
да. Так, там баба меня заметила. Ну ладно, баба, это не страшно. Хорошо. Хорошо. Меня больше напрягает теперь призрак, который за мной гоняется, ребят. У меня жопа теперь напряжена. До момента. Потому что нас там теперь может чпокнуть какой-то призрак. Не успею, да? Успел прям тютель в тютель, ребят. Успел тютель в тютель. Так, эту падлу я замочил. Сколько с нее дали, кстати? 1500. Всего 1500, ребят. Ни о чем. Так, это я замочил, это замочил. А это просто так ведь лежит, вот это вот. Она просто так лежит, ее я не мочил. Хорош. Два ключика сейчас откроем, ребят. Сейчас досмотрим вот это и все, серию заканчиваем, ребят. Сейчас серию закончим. Да, 5000 есть. Ну что-то заработали. А чё тут? А к чему это максимум? К винтовке или к чему? Так, детали для снайперской винтовки. Эти детали подойдут к сломанной снайперской винтовке. Да. Сейчас мы, кстати говоря, сделаем... Да, давайте создадим снайперскую винтовку. Вот эту, да. Все, снайперскую винтовку сделали. Так, теперь берем. Снайперскую винтовку ставим на четверку. Да, да. Че, 3 патрона только? По 3 патрона. А че как мало-то? Так, ладно. Патрошков можно было бы сделать, да, немножечко, ребят. Давайте 10, что ли, патрошков хотя бы сделаем. Патронов 8 из 8. Взрывной болт. Давайте-ка мы 3 болта сделаем. Угу. А лучше 4. А лучше вообще все 5, да. Ну, я просто... Нельзя делать, ребят, все. Знаете почему? Потому что нам могут попасться эти болты, и тогда... Просто так потратили, получается. 360, здесь 800, да? То есть мне здесь еще 120 надо, чтобы крит вырос. Увеличение урона. Вот если я вот это вот за 700 деталей прокачаю, у меня ни хрена урона больше не будет, я прибью игру. Я скажу, что эта игра говно. Так, можно урона больше тоже снайпер кидать. Но я не знаю, насколько она... Кстати, емкость магазина можно... А, по одному... 70, 190, да? До 10 патронов можно увеличить, конечно. Ну ладно, потом, может быть, увеличим. Пошли с тобой 2 сундучка откроем в лутбокса. И... Блин, вот эта падла, она вот живая же. Я это не могу, ребят, это вот
300 очков на барабане, понимаете? Не могу я. Патрон-то, я думаю, мы еще найдем. О, видите, порох. Так, тут мы были, там мы были. Тут зомбаков тоже можно, в принципе, пострелять. Тут у нас около базы несколько зомбаков лежит, тоже можно пострелять. Снайперку я не буду, думаю, тратить. Вот, вот два зомбака, там зомбак. Везде зомбаки. Пойдемте, ладно. Хлебнем, давайте с вами кофейку. И на этом серию закончим, а в следующей серии пойдем Лилит искать. В следующей серии, знаете что, постараемся всех зомби, ну, которые будут попадаться, постараемся по стелсу поснимать их. Снимать их по стелсу, ребят. Ну, для того, чтобы экономить патроны. Так, у нас там одна аптечка, да, которая нам нахрен не нужна. Не волнуйтесь, детектив. Это совсем не больно. Давай быстрее лутбокс открывать. Так, два, да? Вот эти вот вниз. Мы с тобой идем вниз. Так, для дробовика хорошо. Пистолет-то хорошо. Слушайте, плюс 15 патронов на пистолет. Неплохо, неплохо. Хороший товар. Так, 5000, да, у нас есть. Может, бой все-таки прокачать. Уменьшает дрожание прицела при стрельбе. Атака ближнего боя, в том числе удар ножом, топором, наносит больше урон. Вот это вот надо бы прокачать. Да, было бы неплохо. На 50 урона больше. Топором наносит больше урона. В два раза больше. Атлетику бы надо вкачать. Выносливость, да, надо бы вкачать. Восстановление сил ускоряет. Блин, да все бы охота. Из угла. Быстрее двигаться. Блин, может действительно топором да этим больше урона прокачать себе на 50. Давайте. Больше урона прокачаем, чтобы побольше бить. И вот сюда, я думаю, дополнительно уменьшает дрожание прицела при стрельбе. Может хоть поточнее будем стрелять? Очень серьезно уменьшает дрожание прицела при стрельбе. Может действительно серьезнее, ну, то есть лучше начнем стрелять. Это какая-то хрень у нас. Здоровье вот это тоже бы надо скачать. Скачать эту. Вот эти вот всякие тоже хрени бы надо. Да все бы тут надо, ребят. Только этих не хватает. Надо фармить их где-то. А фармить-то особо тут хрен что пофармишь, да? Все, ребят, увидимся с вами уже в следующей серии. Там продолжим. Стреляем, побегаем и так далее. Вот, увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.